День добрый, на связи МК Баскии. Сегодня мы продолжим с вами проходить игру Були. Это у нас уже с вами четвертая часть. И сегодня мы продолжим двигаться по сюжету здесь в игре. Ну, первая миссия у нас тут рокатка. Это, полагаю, обучение стрельбе из рокатки. Hey man, what's going on? Not much. I was just telling Petey here about my idea to take over the school. I mean, my plan for us to take over the school. What plan? Don't worry, Jimmy. It's just a little something I came up with. It's sink or swim, my friend. And if you're good at swimming, you gotta let the losers drown. Why don't you guys leave the thinking up to me? What? 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 Duh? Can't you say anything else? You know what, Petey? You were right. Jimmy is pretty dumb. What'd you say about me? Whoa, nothing. No, no, no. All I said was that you had to be pretty dumb to get expelled from so many schools. That's all. Relax, James. All he said was that you must be dumb. Or maybe you're all messed up because you came from a broken home. What'd you say about me, dwarf? Come on, dude. Chill. No, 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 no. Gary's taking everything out of context, man. Whoa, whoa, whoa. Don't lie, Petey. Don't you lie, because you know what happens to liars? No, no, I'm not lying. We kick them in the balls! Come on, Jimmy, let's go see how good you are with this new slingshot I heard you had. Don't worry, friend. Nothing escapes my notice. I hear everything. You and me, we can do things. Бедный чувак. Не, его как-то реально даже жалко. Какой-то слишком он забитый. Hey, Jimmy, не загорел к старому школьному автобусу. Ручки? А, максималка. How are you? I don't know what to do when boys talk to me. I just get so... Блин, да как говоришь, что поворачиваешься? Они что-то знают. Ладно, ладно. Он что, в воздухе летает? Ну ладно. Попали. Ну ладно. Так, выбрать рогатку. Целиться. Футбольное поле. Окей. Побили стекла. Не, а чё он залупается? Yeah, well, you made it. Я не вообще себя возомнил. Вообще атмосфера здесь неплохо поработана, даже сейчас приятно. Приятно глазу график. То есть надеюсь, что будет классно. Мурок. Прогуляем урок, получается, да? Дай. Может успеем. Лезть на дерево спустя перемещение. Пробел спрыгнуть. Сесть на ветку. Ага. Стрелять по ним. Не жалите? Типа ботами бегают, пешки грубить. Успешно выполнил задание. Уважение ботанов плюс 5. А чё, качки не разозлились, что их поунижал? Ну ладно. Просто задание нажатием стрелка. А, просто стрелку в сторону. Нечего на цель задания. Не знаю, успеем на занятие или нет. А, надеюсь, что успеем. Погнали. Не хочу прогуливать. Чтобы там за руки не было. Сожди миссии. Ну, прикольно. Я и так на занятии бегу, а смерти нет. Может, снизить его? Мамочка.
Нет, не очень, да? А, ботаничка. Это он на нее наехал? Пошел нахрен, вот так вот вырваться можно. Если не полный. Если красный, уже так не вырвешься. Хватает сразу. Так, что там у нас за урок будет? Наверх. Да я и так на занятия иду, чего замахали? Что там у нас? Искусство. Изо. Искусство запечатления образов шоуется изо, а не сокращение от изображения. Изобразительное искусство. Помощь к уроку изо. Отсекай прямоугольники, чтобы открыть спрятанный рисунок. Открой изображение и сталкивайся с противниками. Летун, ползун, взрыватель, бонус ускорения, бомба заморозка. А, ну это как старые игрушки такие вот были раньше, эротические порнушные игрушки, где надо было разрезать картинку, и там какая-нибудь порнуша что-то было. Ну не обязательно, но просто, к примеру, там часто использовался. Ну тут с таким же вот контекстом это и присутствует. Давай. Ну, ничего так, ничего так. Можно сохранить на память. Прошли первый урок по ИЗО, молодцы, чё, Джим даже рисовать у нас умеет. Hey, ты получил способность менять подарок на поцелуй. Держи кнопку, прокнул мыши или вальт, чтобы подарить цветы Анже. Нажми эту кнопку, нажми вальт, чтобы поцеловать её. Поцелуй держишь, чтобы получить 25% бонус здоровья. Do you think anyone saw? Ladies and gentlemen, Jimmy Hopkins. Здорово. Ну это отсылка к Vice City к той же. Чтобы девушки тебя славили, надо найти цветы конфеты, которые можно подарить. У нас, кстати, где-то инвентарь должен быть. По-моему, где-то здесь есть. А, вот Escape. Здесь должен, по-моему, быть инвентарь. Улучшение. Прием бомжа. Скульптура. Нет, нет, нет. Драк уроки. А, ну вот, бонус тут можно почитать. Какие дают какие предметы. Один инвентарь. А, вот личные вещи. Подарки нет ничего здесь. Ну ладно. Чего меня так замахали? Чего такие борзые? Кстати говоря, они уроки от этого не усваивают. Они все равно будут замахиваться. Кстати говоря, вот этот бонус 25% это отсылка... Отсылка к Vice City, когда там с проституткой переспит Томми Версетти, то там давался бонус здоровья. А можно туда? О! Взорвало. Бубочки сортили, никогда не стреляли. Нормально, нормально. Руки за игры, нет, цветы нужны. Ну блин, ну ничего так. Нет цветов, жаль, я бы. А кстати, их можно очень легко понасобирать. На самом деле-то. А, тут нормально, точнее GTA San Andreas. Что там у нас? Новые записки. Четвертый это мы видели. Пятый. Всем ученикам отбой в 23:00. Если вас поймают после отбоя, то немедленно вернут в вашу комнату. Шестое. Предупреждение. Пожалуйста, не собирайте цветы перед общежитием девушек. А, я понял, надо собирать цветы перед общежитием девушек. Что это за звук? Пять. Так, что тут у нас? Не жалите. А, кстати, можно ее унижать еще сильнее. Сейчас. Чш, по каблуку. А, обожаю эту игру. Так, что там, у нас урок физкультуры, судя по всему, либо труда, либо физкультура. Ну, по-моему, физкультура. Ну, погнали физкультуру. Пройдем, наверное, урок, их хватит на сегодня, пожалуй. Два урока, одну миссию. Это моё теперь. Чувак, держи, это тебе подарок.
А, это весело, это правда весело. Че, проблема? Ой, очка завалили. Ну ладно, ладно. О, резинка. Это не мусор. Ну это я уже чисто троллю. Ну это весело. У нас урок физкультура, отвали. Физкультура 1. Alright, wimps, it's time for some wrestling instruction. This will require physical contact between you and your opponent. Don't any of you enjoy it? В двусмысленности это весело. Следуй инструкциям, чтобы защитить его приема. Захват. Зажать девушку туда головой. Выполним. Типа группа поддержки весело, да, чтобы, например, удар головой удерживать. Лап. Сильный вход на 3 удара. Ага. Ну это стандарт. Удар, удар, зажим. Доступен прием. Усиленная комбо 3 удара. Победи жде, используя прием борьбы. Да, они прикольные. Ну, группа поддержки, ничего так. Угу. Первый зачет по физкультуре. Зачтено. Продолжить. Ну или по-другому можно поиграться, что каждая циферка это четверть, назовем это так. А пятая это итоговая оценка. Так, взломать. Никто не видит. Угу. Угу. Что там у нас? Петарды. Не, о чем тут же. Yo, mama. Итак, ну, пожалуйста, не трогай, это каждый ночь попачу. Ладно, детишки, надо трогать. Ну, это игра тут, как понимаете, в реальности все, что мы тут делаем, подобное это делать не надо, просто это игра, и тут это выглядит весело. В реальности, конечно же, подобное поведение, это нормально. И поджопник. Встань. Вали, чувак. На петарду. Вообще так вот агрессивно лучше не играть, когда... Играешь так вот, я-то просто игру 2-3 раза проходил, то так подумаешь, что так легко вас просто сап или директор отведут. А когда вас отводят к директору, там вам дается какое-то наказание, например, там траву почистить. Там и прочее, снег убрать, точнее, почистить, или траву постричь. Чё ты с детишкой намагаешься? А, там за нами бегут, точно, ё-моё. Точно спасотят. На петарду там, замыщенный склад. Носились применение оружия. О, блин, кстати, я уже какая-то... Ох, сюда не заходит, мы в безопасности. А, я же хотел цветов нарвать. Сейчас пойду в женском общежитии, цветов нарву. Отвали. Цветы пригодятся. Здорово. Ну, ты выглядишь как идиот, но я нормальный парень. Ай, непривычно. Ай. Какого удализма? Просто коробку раз... Ну отстань, я же цветы хотел просто рвать. Ой, за шары это больно. Ёб, сейчас бы случайно не выполнить, это будет обидно. Ну чувак, отвали. Ну чё ты до меня домахался? Я просто хочу цветов рвать. Блин, второй раз за шары это больно. А сколько их максимум можно иметь? Отстань, правда, замахал. А тут ну правда, отстань. Все, все собрали. Все, тикаем, тикаем. Я могу тебе подарочек дать. Вонючка. Тебе тоже бонус. Бесплатно за мой счет. Все, свалили. Фу. Опасно. Вот там резинка.
Потом эти резинки на уроке географии, если пойти в уроки географии, они будут пылиться. Окей. Кстати, удар хороший. Ты бот, не охренел, бля? Писец, курамсы попутал. Что происходит? Низить. Перед ботами. Офигенно, атак у него. Ну чё от ботов ждать? Да не его. Ну чё, безотмороженное? Чё? Обожаю эту игру. Всё, просыпаться, спать собрались. Хрен вам, не сон. Пожарная тревога. Учение. Так. Пожар, 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 бежи, бежи. Пожара нет. Они реально бегут. Ай, дебилы. Дебилы. Ладно. Вот так вот прошу вас с вами пройти. Ну, давайте заканчивать. Сохранимся, конечно же. Так, отлично, 2,9%, почти 3%. Итоги сегодняшние. Мы посетили два урока, по чем это было у нас? ИЗО, да, и физическая культура. Улучшили свои навыки романтики, плюс навыки драк, непонятное дело, новый прием освоили. Также потралили немножко спортсменов, и тем самым завоевали уважение ботанов на 5%. Но это тоже было весело, постебались, поразвлекались тут. На связи был МК Баски, и мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующих видео. С вами Старом Добром, Константином канале. Всем пока.